как морю волны пели чана. И реки, и ручьи звенели чана. Цикады, серенады пели чана. И в звуке водопадов слышу чана. Спросила я смущенно, кто назвал вам имя чана? Мне отвечали, дал нам имя твой любимый чана. Мне это было слышать очень странно, ведь нет еще любимого у чаны. Любить глубоко я могу только раз, но когда придет этот час, но когда придет этот час, любить глубоко я могу одного. Но как узнать кого? Упрямая ты скотина. Ведь нам нужно идти туда, а не туда. Что ты упрямый, я и так знаю. Эй! Вы скоро там договоритесь? Попробуйте сами, сеньор. Возможно, вам легче найти с ним общий язык. Что-что? Объезжайте. Слушай, сеньор. Удивительно упрямая скотина! Но-но-но! По крайней мере, деревенские мулы умнее городских ослов. Вот видишь, как
такое положение ты меня ставишь. Негодное ты животное. Идем. Идем. Побрести в душе спасенье, молиться будем воскресенье. Пошла убить! Ворота, ворота! Шагаем мы вместе. Ну тормози, не тормозиться. Да поворачивай. Вот это было классно, маэстро. Иначе не умею. Вот это был столбик. Вот этот самый столбик был у меня на голове. Я помогу вам, синьорита. О, Мадонна. Синьорита, иметь такие глаза – преступление. В них очень просто утонуть, исчезнуть, без следа. Парень. Если ты так говоришь каждой встречной, за тобой, наверное, тянутся потоки слез. Совсем наоборот, синьорита, море улыбок. Я артист. Это видно. Синьорита, я пошутил. Мы студенты. О, Мадонна, это судьба. Все пути ведут в Сан-Лоренто. Куда? В Сан-Лоренто. А где же Пабло? Где он? Там, где она. А где она? Они же любят друг друга. Красива ты или ты нисколько не красива? Не знаю я, и я не думаю о том. Горит во мне огонь любви неугасимый. Скажи, неужто ты не сожжена таким огнем? Влип, парень. Нет, нет, я не могу ни в чем признаться. Уйди. Нет, не достанься здесь со мной. Уйди. Нет, не в силах я с тобою расставаться. И страшно оставаться мне с тобой. Дело плохо. Очень плохо. Знай, любимый, нас не разлучат ни судьба, ни косые дожди. Солнце светит нам и сквозь тучи. Улыбайся, надейся и жди. Тем, кто любит, слов не надо, а довольно только взгляда. Одолеет все преграды, кто умеет всем сердцем любить. Привет, хозяин. Ундервуд, с утра. О, все будет окей, хозяин. Премьеру можете назначать в следующую субботу. Да, черт. Доброе утро, дорогая. Да-да, префект полиции слушает. Сеньор префект, как вам известно, мэр болен.
А я, как кандидат в мэры, обязан следить за порядком. Да-да, сеньор кандидат. Как наша доблестная полиция? Полиция готова выступить по первому приказу. Отлично. Этот день настал. Понятно, сеньор кандидат. Святая Мадонна, началось. Не понимаю. Сеньор кандидат, полиция в полной готовности. Мадонна, что это еще за маскарад? Форма номер 8 для внутренних беспорядков. Мы получили ее давно, но не было как-то случая. Но сегодня, когда вы сказали, этот день настал. Проклятие! Вы же не дали мне договорить! А! Поднять такой шум на весь город! Уберите этих ваших пришельцев! Отбой! Понятно! Возможно, я несколько оскорбил боевой дух нашей доблестной полиции, но вы легко поймете меня. О, да, конечно, сеньор кандидат. Речь идет всего о нескольких студентах, а не о разгоне демонстрации. Я весь внимание, сеньор кандидат. Я встретил их при въезде в город. Вы читаете газеты? Да, нет. Как я понял, это и есть те четверо студентов, которые ездят по стране, поют свои песни, таким образом собирают деньги на поездку в Европу на какой-то там свой студенческий фестиваль. Так, четверо ездят, поют, собирают, естественно, что-то распространяют. Обязательно. Весьма сомнительные идеи о полном взаимопонимании, о всеобщем разоружении. Короче, как кандидат в мэры, я не могу допустить такого безобразия. В нашем городе накануне выборов никаких сборищ, никаких песен. Сеньор кандидат. Моя полиция, сеньор префект. Моя полиция, сеньор префект. Я все понимаю, только прошу вас без этих ваших межзвездных скафандров. У меня есть форма номер 4. Летняя, уличная, дружелюбная. Прекрасно, действуйте. Действуйте, сеньор префект. Слушаюсь. Милый. Какое сегодня число? Что? Ах, да. Ну, ты не беспокойся. Я не настаиваю. Я привыкла. Твои обещания, как роса. Они испаряются, лишь только восходит солнце. Ну, разве я мог забыть об этом, дорогая? Слова. Все слова, милый. Ты расцвела сегодня, милая Анжела. Ты словно лотос на заре похорошела. Когда пред публикой являешься ты смело, я понимаю, почему кричат Анжела. Когда ты холоден, и я заледенела, ты поцелуешь, и поет твоя Анжела. Пусть злые люди говорят, что мы не пара, но я не верю им, ты мой Чезаре. Боюсь, сеньорита, из этого хлама 4 целых велосипеда не получится. Сестры! А если подумать... Ой! Ой! Святая Мадонна! Мадонна, Мадонна! Ой,
Что же это такое? Поверьте, сеньорита, это все, что можно было сделать. Не, сеньора, сестры! Господь терпел и нам велел. Двадцать пять, 26. Вперед! Сеньорита, запасное. Вот он, приют разврата, западня дьявола. Сестры, действуйте! Постойте! Постойте! Постойте же, черт вас возьми! Что вы делаете? А вы что, сеньор, имеете к этому безобразию какое-нибудь отношение? Непосредственно. Я режиссер варьете. О, а мы из Лиги нравственности. Позвольте же. Что так? Мы же заботимся о вас, сеньор. О вашей падшей душе. Остановитесь, сеньор, пока не поздно. И не беспокойтесь. Раз мы здесь, мы не позволим вам скатиться ниже общепринятого уровня. Прекрасно. Я очень рад. Но зачем же портить рекламу? Публика любит это. Публика идет на это. Но почему, сеньор, в угоду толпе? Вы вешаете голых женщин. Лучше вешайте голых мужчин. Сестры, о чем вы говорите? Как же можно вешать голых мужчин? Девочки, да их всех надо вешать, и даже одетых. В грехе вы погрязли все люди, Господь утрату не забудет. Полиция! Сеньор сержант! Сеньор сержант! Что случилось? Сержант! По-моему, это те самые, о которых говорил сеньор Чезаре вашему префекту. Их четверо. Точно, квартет. Поют. Воют. И распространяют. Разбрасывают. Сеньор Вундервуд, полиция не забудет ваших услуг. Слушаю. Все в порядке, сеньор кандидат. Они уже у меня. Кто они? Они? Студенты. Какие вы студенты? Какие вы студенты? Отныне на наших улицах никто петь не будет. Сеньориты, сеньоры, дорогие господа, бросьте залы и конторы, выходите все сюда. Бросьте залы и конторы, выходите все сюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сеньорита судомойка, ну-ка ты со мною стой-ка, или ты, сеньор портной, спой со мной, спой со мной, спой, пожалуйста, со мной. Мамы, папы, дяди, тещи, просим выйти вас на площадь. Через несколько минут там для вас концерт дадут. Мамы, мамы, дяди, тещи, просим выйти вас на площадь. Через несколько минут там для вас концерт дадут. Сеньориты, сеньоры, жители славного города Сан-Лоренто, позвольте вам представить замечательную певицу, которая родилась, выросла в вашем великолепном городе, студентка консерватории Чана Рамирес. Thank you.
вышла к морю волны Пеличана. И реки, и ручьи звенели чана. Цикады, серенады Пеличана. И в звуке водопадов слышу чана. Спросила я смущенно, кто назвал вам имя чана? Мне отвечали, дал нам имя твой любимый чана. Мне это было слышать очень странно, ведь нет еще любимого у чаны. Любить глубоко я могу только раз, но когда придет этот час, но когда придет этот час, любить глубоко я могу одного. Но как узнать, кого? Порядки. Послушайте, вы, кажется, выведете меня из терпения. Ну, кого вы там еще схватили? Как приказано, студент. А это кто? Где? Пальто, сержант. Сеньор. Это кто? Еще студенты. Любить глубоко я могу одного, но как узнать кого? Прикажите? Приказываю аплодировать. Ну, пожалуйста. Не мне. А. Вот как. Тебе понравилась эта девчонка? Друзья мои! Друзья мои! Я сама ей выцарапаю глаза. Пустите меня! Что такое? Пустите! Пустите сейчас же! Друзья! Мы, несколько простых студентов, решили поехать через океан на Всемирный студенческий фестиваль. Мы хотим спеть в Европе наши родные песни, показать в Европе наши народные танцы и сказать, что вы, простые люди нашей страны, хотите жить со всеми в мире и согласии. Правильно, дочка. Мы хотим видеть чистое небо над головой. Счастливого пути, ребята. Ого, дядюшка Филиппе. Мы сегодня же выехали бы в Европу. Но у нас возникло маленькое затруднение. У нас, видите ли, нет денег. Да, подумай, какое совпадение. У меня тоже. И все же я надеюсь, дядюшка Филиппе, у вас найдется несколько реалов, чтобы положить их сюда. Вы же сами понимаете, чем больше реалов... Тем реальнее наша поездка. Сеньоры, сеньориты, покупайте наши песни. У кого нет денег, не стесняйтесь. Одолжите их у соседа. Правильно. Надо поддержать студентов. Конечно. Благодарю вас, сеньор. Благодарю вас, сеньориты. Эй, дочка, от чистого сердца хоть из тощего кошелька бери. Благодарю вас, сеньора. Благодарю вас, сеньоры. Благодарю вас, сеньор. Благодарю вас, сеньора. Благодарю вас, сеньор. Вы узнаете меня, сеньорита Чана? А, сеньор... Чезаре. Ах, да, сеньор Чезаре. Мы с вами вместе учились в школе. Да, но когда я поступала, вы уже заканчивали ее. С тех пор вы превратились в жемчужину. Я восхищен вашим талантом. Позвольте мне, как кандидату в мэры, пожертвовать вам... И вашим друзьям 20 реалов. О, благодарю вас, сеньор. Сеньоры, сеньориты, сеньор Чезаре, наш кандидат в мэры пожертвовать им бедным.
бедным студентам. 20 реалов! Ура нашему кандидату! Ура! А сколько положите вы, дядюшка Филипп? Я приготовил 2 реала, но готов заплатить 22 за один твой поцелуй. Ай да, Филипп, вы посмотрите на него, совсем юноша. Не слушай его, Чана. Целуй меня. У меня припрятано от хозяйки 25 реалов. За твой поцелуй готовите помер. Сеньоры, сеньоры, ну разве так можно? Надо же по всем правилам! Надо же по всем правилам! Сеньоры! Сеньоры! Поцелуй Чириты уже оценен 25 реалов! Кто больше, сеньоры? Вот как надо вести аукцион! Кто больше? Весь он со своими шутками. 25 реалов раз! 25 реалов два! 28! Вот когда только все начинается! Вы слышали, сеньоры? 28 реалов раз! 31! 31 реал раз! 31 реал два! 33! Остановись! Ты же просадишь все, что отложил на похороны! Ничего, ничего! Я пешком пойду за своим гробом! 33 реала раз! 33 реала два! 100! 100! Надо прекратить это. Рамон! За один поцелуй Чириты и два моих в придачу 100 реалов! Кто больше, прекрати, сеньоры? Прекрати! Только да останови ты его! 100 реалов раз! 100 реалов два! Да угомони же! Перестань! Ну кому говорят? Вы выиграли, сеньор Чезаре! Ну что ты? Порядок! Все в порядке! Все благодарности мне! Кажется, ты их получишь! Сто? Сто? Минуточку. Я прошу прощения, но сначала два моих. Те, что в придачу. Щенок! А вы куда смотрите? На эту прелестную девчонку и на вас. О, создатель! Воистину, если ты хочешь кого-нибудь наказать, ты лишаешь его разума. Убрать толпу немедленно. Я же сказал, никаких сборищ. Я же сказал, никаких сборищ. Ладно. Готовность 3. Деньги надо вернуть. Человек сделал патриотический жест. Он не патриот, он мерзавец. Тем более, мерзавца не грех его. Вот в этом я с ним согласен. Да вы что? Наказать его, ее поцелуем. Пабло! Здоровье, синьориты Чаны. Здоровье, синьориты Чаны. Надеюсь, вы понимаете, сеньор, что это была шутка. Шутка? Вы так думаете? Хорошо. Но тогда вам придется забрать свои деньги. Мы ведь не работаем в баре. И поцелуи у нас не продаются и не покупаются. Надеюсь, это вы понимаете? Нет, не понимаю. Я охотно допускаю, что есть люди, которые кулаки понимают легче слов. Вы хотите драться? Да. Когда? Хоть сейчас, на чем угодно. Я ценю вашу горячность, сеньор, но сейчас я не могу, я занят. Знаете что, приходите вечером. Мы найдем место, где вы сумеете отправиться на тот свет без свидетелей. Не беспокойтесь, сеньор. На тот свет я вам первому уступлю дорогу.
Если человек угрожает кандидату в мэры и даже покушается на его жизнь, его могут повесить. Кандидата в мэры обязательно. Нестри Ундервуд, мне необходимо, чтобы этого парня посадили в тюрьму и сегодня же. Как это сделать? Тогда пусть он не покушается на вашу жизнь, а действительно убьет вас. Это хорошая мысль. Не просто покушение, а убийство. За что? Если из-за ревности, его могут оправдать. Он хотел убить меня как кандидата в мэры. Это политическое убийство. Ах, политическое! На самом деле, кто я? Кому я известен? А после покушения обо мне заговорит вся страна. Особенно, если он ухлопает вас. Мне надоели твои шутки, Вундервуд. Итак, он будет сидеть в тюрьме, а я... В сумасшедшем доме. Ошибаешься, Вундервуд, в Конгрессе. Так делают политическую карьеру. Этот парень хотел драться со мной. Отлично! Вундервуд, ты всегда мечтал о грандиозном представлении. Я дам тебе возможность поставить такой спектакль. Я вам пригожусь. Вот увидишь, я все умею делать. Да я там, в Европе. В Европе. Мы же едем не на гулянку. Мы едем как представители Ассоциации прогрессивных студентов. А ты? Ну, кого ты будешь представлять? Я. Я. Да кого хочешь? Хоть тетушку Марию, да хоть дядюшку Филиппа, да хоть вообще всех наших крестьян. А, кстати, фестиваль не только студенческий, но и молодежный. А я что, по-твоему, не молодежь? Молодежь. А где мы еще достанем денег на билет для тебя? Даже те 100 реалов, которые так мастерски выманил у этого кандидата в мэры, даже их Пабло требует вернуть. Ребята, вы не видели Чану? Диего, куда-то пропала Чана. Сеньорита Чана? Вот ваши деньги. Возьмите. Меня тяготит эта шутка. Деньги никогда не платят в шутку. Они ваши, а ваш поцелуй мой. Вы появились и тучи скрылись, как будто солнце вернулось вновь. Вы мне случайно открыли тайну. Здесь, в этом сердце, горит любовь. Хоть вы и девочка, но весь я в вашей власти. О, рабство сладкое, как много в этом счастья! Готов отдать тебе все деньги, все богатство. За взгляд один, за миг твоей ответной страсти. Пабло! Скорей! Скорей! Студентов бьют! За мной! Включайте! Включайте! Прямой телерепортаж из всем известного и не менее популярного бара Сеньоры Чезаре.
только что сюда, чтобы расправиться с нашим кандидатом. Явилась группа распоясавшихся молодчиков. Это не просто пьяная выходка, это политический акт! Это политический акт! Убей его! Никого не впускать. Перекрыть все двери. Никого не выпускать. Сеньор кандидат? Сеньор кандидат, мы прибыли. Он уже ушел. О, вернулся. Это политическое убийство. Опять ушел. Убийца уже схвачен. Вот он весь в крови. Наш бывший кандидат в мэры. Безвозвратно ушедший от нас. Надежда и мечта простых людей нашего города. Это правда. Я плачу. Шеф, это дешевая провокация. Уверяю вас, я не стрелял. Руки, руки, руки. О, нет, синьорита не виновата. Ручку. Руки. Увести. Сеньор, это провокация, я не стрелял! Иди, убийца, иди! Я не стрелял! Убрать толпу, разговаривать. Давай, 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 давай. Рамон! Не волнуйся, моя милая! Нас просто временно переводят на государственное довольствие! Привет, Муму! Я догадываюсь, с какой целью ты это подстроил. Политическое убийство. 28 пуль в сеньора Чезаре. Я согласна, что сеньор Чезаре сражен на повал. Только не выстрелами из пистолета. Это все та девчонка? Но как только закончится этот судебный процесс, мы обвенчаемся. Завтра. Хорошо. Завтра. Слово Чезаре. Поверим еще один раз, но последний. Ты еще не знаешь меня, милый. Прохожий, если вдруг тебе взгрустнулось, зайди сюда и с нами посиди. А если вдруг случайно счастье улыбнулось, тогда сюда тем более зайди, зайди, зайди. Где найдешь ты место интереснее здесь, на людях ты вместе с тем один. Если любишь танцы или песни, то тогда сюда тем более зайди. Ундервуд, зайдите ко мне. Иду, хозяин. Продолжайте. Работайте, работайте. И вдали исчезают, как слабеет жара с первой каплей дождя. Так печаль и тоска пусть тебя покидают, потому что у нас есть улыбки для вас и глаза, что влекут. Возьми, нет, тысячу раз!
нет! Вы жалкие заговорщики, лгуны. Ты продавец краденого, и ты полицейская крыса. Ничего у вас не выйдет. Не купите. Никто меня не купит. Я помогал вам, потому что это была моя профессия — ставить спектакль. Убивать людей не моя профессия. Я сейчас же еду в столицу. Я пойду по всем редакциям. Я всем расскажу. О, это будет такая сенсация! Остановись, Вундервуд! Ты потеряешь свой театр! Лучше потерять театр, чем потерять совесть. Ты понимаешь, они хотят, чтобы я теперь стал свидетелем преступления. А какое же это было преступление, когда это было обычное представление, достойное моего таланта и темперамента? А сейчас они хотят за 10 тысяч меня, артиста и режиссера. А, да разве ты поймешь? Нет, нет, ты погоди, ты не обижайся. Ты поймешь. А вот они, эти. О, сеньор Вундервуд. И опять пьяный. Забрать. Это меня, артиста и режиссера. Меня, артиста. Чем он не угодил, шеф? Не берет. Ну, сколько? 10 тысяч. Так надо было дать больше. Давали, не берет. А по-моему, мало не берут только честные. А много берут все. Светлая-то у меня голова. На то мы и полицейские. Мы полицейские, мы в общем полицейские, мы светлые умы. Когда мы появляемся, то все слегка качаемся, вином не нагружаемся, по-видимому мы. Нам пить запрещено вино, и мы его не пьем. В мороз и слякоть все равно ни капли не берем. А жизни нет горше. Ты пей, а нас не соблазняй. Мы не подкупные. А если льешь, то наливай в бокалы крупные. Побольше, побольше. Мы дом. Добрые не дать, не взять, о том идет молва. Запрещено нам обижать и муху, и осла. А в жизни нет горше. Ты, друг, и нос не соблазняй. Гуманность — наша страсть. Но коль попал, то уж пропал, узнаешь нашу власть. И небо в решетку. Мы полицейские, мы попали полицейские, мы в общем полицейские, мы светлые умы. Когда мы появляемся, быть добрыми стараемся, поэтому и маемся, по-видимому мы. Нет, сеньорита, мы не дождемся здесь правосудия. Надо действовать. Надо освободить Рамона. Ну, конечно, и Пабло, и Диего. А когда уходит проход в Европу? Во вторник. Сеньорита, это у нас всего лишь 2 дня. У вас есть план? Есть. План нападения на тюрьму. Я буду говорить с Чезаре. Правильно, сеньорита?
Он же влюблен в вас. Я это видела. А влюбленный мужчина... Он не влюбленный мужчина. Он влюбленный мерзавец. Я уверена, что все это подстроено им. Правильно, сеньорита. Вы пойдете к Чезаре, а я... Руки за спину, строго по кругу, затылок друг к другу, не разговаривать. Всех бедней я, между бедных денег нету даже медных, и такая не нужна я никому. Одиноко, ну и что же, только ты мне всех дороже, длинноухий и упрямый серый муж. Что ты, глупая, вздыхаешь, ты, наверное, не знаешь, есть на свете пара и твоя. Запрещено. Сеньор сержант, вы же запрещали разговаривать, а он поет. Он богатый или нищий, но тебя он всюду ищет. Лишь найдет, обнимет он тебя. Запрещено все равно. Сеньор сержант, неужели вы против этой чистой, открытой, бескорыстной, первой и, может быть, последней любви? Без любви не стоит жить, без любви печален свет. Разделись, мы чтоб любить. Без любви и жизни нет. По любви и ты силен. По любви и ты найдешь. Мир хорош, когда влюблен. Посмотри, как он хорош. О, сеньорита, иметь такие глаза преступление. В них очень просто утонуть, исчезнуть без следа. Парень. Если ты так говоришь каждой встречной, за тобой, наверное, тянутся потоки слез. Нет, 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 сеньорита, совсем наоборот, море улыбок. Я артист. Это видно. Без любви не стоит жить, без любви печален свет. Разделись, мы чтоб любить, без любви и жизни нет. По любви и ты силен. По любви и ты найдешь. Мир хорош, когда влюблен. Посмотри, как он хорош. Посмотри, как он хорош. Минуточку. 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 А? И вот эти, сеньорита, вы хотели подпилить устои нашего общества. Стыдно. Реквизировать арестованных по камерам. За девчонкой установить дополнительное наблюдение. Идите. Сеньорита, вы такая юная, красивая, вы так великолепно поете, у вас прекрасное будущее. Зачем вам нужен этот ничтожный обманщик? Вы найдете себе лучше, достойнее. О чем вы, сеньорита? О, сеньорита не знает, что у него пониженная кислотность, а давление повышенное. Он гипертоник. Что вы говорите, сеньорита? Этого я не знала. Вы не любите его, я вижу. А я люблю его. Нашей девочке 2 года. Мы должны были обвенчаться на этой неделе. Если не ваш приезд, сеньорита. Уверяю вас, я вовсе не собираюсь мешать вам. У меня тоже есть жених, честное слово, я помолвлена. Правда? Сеньорита возвращает меня к жизни.
предпочитаю вести на воздухе. Деловые? Это интересно. Сеньор Чезаре, я... Сеньорита гарантирует безопасность. Вы прекрасно водите машину. А вы отлично устраиваете провокации. Надеюсь, я здесь не для того, чтобы выслушивать оскорбления. То, что это так называемое убийство, подстроено вами, я уверена. Зачем, не знаю. Но, вероятно, вам это выгодно. Вот мы и поторгуемся. Так прямо. Что вам надо? Только одно. Станьте моей женой. А что вам это даст? Мне ничего. Вам все. Я брошу к вашим ногам все свое богатство. Отдам все, что имею. Зачем? Я люблю вас. Я стану вашим антрепренером. Мы объездим весь мир. Ваш талант и мои деньги. А маленькую Изабеллу мне придется удочерить? Она успела разжалобить и вас, бедная Анжела. Да у нее никого нет, и в этом ее трагедия. Это правда? Слава Чезар. Ну что ж. Если других препятствий нет, вот мои условия. 1000 условий, сеньорита. Вы снимете ваши жалкие обвинения с моих друзей. Их должны немедленно выпустить из тюрьмы. А вы подписываете брачный контракт. Да. Сеньориты и сеньоры, позвольте вам представить мою будущую жену. Сеньорита Чана только что подписала наш брачный контракт. Торжественная церемония венчания состоится завтра. Поздравляю. В качестве подарка от меня... Примите это. Здесь приказ об освобождении ваших бывших друзей. Ты все-таки польстилась на его деньги. Так прими и мой подарок. Ну. Надеюсь, мы будем друзьями. В этом пакете приказ об освобождении ребят. Беги, беги, Анита. Надо спешить, пока эти негодяи не передумали. А вы? Я догоню тебя, догоню. Видишь, что-то опять с мотором. Хорошо. Сеньорита, вы плачете?
Это ничего, Анита. Это от радости. Бегу, бегу, сеньорита! Беги, беги! Анита! Ребята! А где Сяна? Она там, на площади. Машина что-то не заводит. Пойдем скорее. Как он похудел? Небольшая диета ему только на пользу. А вы еще не забыли меня, сеньорита? Прошло 2 дня, целая вечность. 2 дня таких коротеньких? Ну, пошли, ребята. Эй, эй! Вот этого тоже приказали выпустить. Вам случайно не нужен безработный режиссер варьете? Если мне не изменяет память, в этой собачке есть свой хозяин. Пошли, ребята. До новых встреч, сеньор Вундервуд. Закрывай. До новых встреч, сеньор сержант. Говорят, если парень уехал, то девчонка поплачет слегка. Только это совсем не помеха ей другого найти паренька. Вы не верите, девчонка, будет лучше, друзья. Если вышла беда, то на них никогда нам рассчитывать жизни нельзя. Если сердце любит, да девчонка будет, то любви достоин, может быть спокоен. Знают люди, девичье сердце в мире всего вернее. Девичьим сердцем вы, пареньки, нежнее. Знаем, что все вы лисицы, девчонки, лисицы, девчонки, лисицы, девчонки. Ах, эти девчонки нам ели с печенки, поставить на миг их нельзя. Если сердце любит, так девчонка будет, то любви достоин, может быть спокоен. Знают люди, девичье сердце в мире всего вернее. Только будьте с девичьим сердцем, вы, пареньки, нежнее. Ваша подружка предала вас. Она согласилась стать женой кандидата в мэры. Вы лжете! Посмотри лучше туда, парень. Еще вчера я слышал щебет птиц и шум листвы детский лепет. Вчера лишь только взмах твоих ресниц будил во мне горячий трепет. Еще вчера я слышал голос твой в любом звучании, а ныне... А ныне мир вдруг стал совсем чужой, он стал сплошной пустыней. Разве могу я предать? Разве в борьбе?
Зачем, зачем меня ты обманула, Чана? Зачем, зачем со мной играла, не любя? Зачем, зачем губами полными обмана? Ты мне шептала, я люблю, люблю тебя. Лишь только приблизится тот, кто в церковь меня поведет. На дне океана веселая чана себе утешение найдет. Что ты в сердце его, ведь я не выну. Оно в огне, с ним я горю. Весь ужас в том, что я тебя люблю. Зачем, зачем меня ты обманула, Чана? Зачем, зачем шептала я люблю тебя? Да черт возьми, а ведь действительно может получиться грандиозное представление. Да-да, несомненно, это будет грандиозное представление. Поэтому мы обратились к вам, сеньор Вандервуд. Мы и сеньорита Анжела. А вот вам, сеньорита Анжела, здесь придется играть драматическую роль. Тру-ля-ля в этом спектакле не пройдет. Ну, под руководством такого режиссера, сеньор Вандервуд. Благодарю за комплимент. А вот ваша студентка-невеста, она всех нас не выдаст? Нет, нет, она ничего не знает. Прекрасно. 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 Да, но это дьявольски опасно. Если представление провалится, двумя днями нам уже не отделаться. Жених, можете венчаться спокойно. Наконец-то ваш день настал. Студенты на свободе, горожане недовольны. Сегодня можно ожидать всего. Главное, чтобы ни одна живая душа, конечно, неизвестная, не прошла в собор незамеченной. В данный момент это самый важный участок. На самом важном участке всегда нахожусь я. Задача ясна. Мы должны строго стоять на страже. О, черт возьми, опять моя телюфть. Стояв на страже, понимаешь? Нет, сеньор. Стояв. Сипев. Лежать. Вот лежать у меня получается, а стояв нет. Мы должны строго лежать на страже, потому что фифев и фафав у меня не получается. Задача ясна? Ясна, сеньор префект. Мы должны строго лежать на страже. Но стоя! Стоя!
вступайте в нашу лигу нравственно, сеньориты. Вступительный взнос 3 песо. Покупая наши молитвы, вы покупаете беспересадочный билет в рай. Прошу. Сеньора, 2 совета, как стать худой. Меньше ешь, а больше пол. Сеньор, сеньор, вступайте в нашу лигу. Только наши молитвы обеспечат вам удобную загробную жизнь. Сеньорита, покупайте наши молитвы. Только 3 песо, сеньор. Сеньор. Ну куда же вы ее, сеньорита? Сеньорита. Ай. Черта лысого! Заработаешь на этой нравственности. Стой! Ой. Не с места. Что вы тут делаете? Говорите сразу, не отдавайте себе отчета. Я префект. Я префект полиции. Признание. Только искреннее признание спасет вас от виселицы. У меня там за углом 200 танков. Там полк полиции, а там... Что там? Всевышний. Дудки, у меня там 3 эскадрильи стратегических бомбардировщиков. Одно ваше лишнее движение, и вы будете сметены с лица земли. Ой, сеньор префект, отпустите нас. Мы бедные странницы. Девы непорочные. Порочные. Сестры! Ну и что? Что-что? Есть возможность прилично заработать. Так это ж другой разговор. Но я надеюсь, что нас не заставят спуститься ниже общепринятого уровня. Ниже? Нет, не заставят. Для торжественной встречи справа. Ритуал 8, делай! Выходите. Прошу. Прошу. Готовность 1. Так. Сукин сын. Вы меня? Я тренируюсь. Понятно. Какое С? Какое... Сержант? Сеньор? Что такое? В чем дело? Почему задерживаете? Я префект полиции. Кто не узнал меня? Ты? 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 Я вам покажу. В следующий раз вы меня сразу узнаете. Эти непорочные девы из свиты невесты. Так распорядился сеньор Чезаре. Немедленно пропустить сестер. Прошу. Узнать, никого не пускать. Ясно. Минуточку, минуточку, кто разрешил? Я. Слушаюсь, сеньор префект. Прошу. Минуточку. А... Задача ясна? Черт возьми, опять моя келюфть. Никого не впускать и никого не выпускать. Задача ясна? Ясна, сеньор префект. Стойте, стойте, не с места. Кто разрешил? Я разрешил. Кто это со мной разговаривал? Наш префект, сеньор сержант. А там кто? Наш префект, сеньор сержант. Понятно. Опять 2. Сестры и свита невесты. Немного задержались, пришлось лично съесть. Но марш по местам. Стоп, 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 стоп. Я же приказал никого не впуф, не впуф. Кать,
А я приказал в пуф, в пуф. Кать, непорочные по местам. Ты кто такой? Я префект. А я? А вы проходите. Что-то какое? Что? Сержант. Сержант. Я. Ты понимаешь что-нибудь? А? Сержант, ты понимаешь что-нибудь? А? Не волнуйтесь, сеньоры префекты. Все нормально. Начальство всегда больше. Ой. Сукин сын, вы это мне? Нет, это я тренируюсь. У меня великолепная С. Стопка. Соска. Суслик. Свистун. Фока. О, тёфт вафми. Опять моя телюфт. Вы понимаете, у меня слабая телюфт. Мне ее тяфта ломает. У меня такая профефия. Амен. Амен. А теперь, дети мои, вы можете поцеловать друг друга. Где же она? Полиция! Держите, полиция! Мы здесь, сеньор кандидат. Держите их! Кого? Держите их! Держите меня. Быстрее. Вот это было представление. Как Анжела? Анжела держалась молодцом. А я? Ты всегда великолепна. Прости меня. Я ведь думала только о вас. Да это мы виноваты, особенно я. Я был глупый, ревнивый осел. Это точно. Гони, чего стоишь? Надо успеть вернуть эту одежду. Уговор дороже денег. Вперед! Ой, они украли у меня жену. Бывает, бывает. Они жену у меня украли. Ну, бывает. Ой, какая бывает. Катастрофа. Они украли у меня жену. Вот ваша жена, сеньор Чезаре. Да, дети мои, обряд совершен. Теперь вы муж и жена перед Богом и людьми. Амен. 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 Ну, наконец-то мы вместе, милый. Спектакль окончен, сеньоры. Премьера прошла блестяще. Вундервуд? А это кто? Кто, кто? Нафтаявтия. Тяфное слово нафтаяв. Нафтаявти. Ну что там, даю отбой? Я же сказал амен. Дьяволу амен! Хватайте их! Держите их! Эти студенты опасные преступники! Увы, сеньор кандидат, пароход в Европу уже отошел. Счастливого пути, ребята.
Счастливо оставаться, отвечали мы друзьям. Мы еще вернемся, и на улицах наших городов будут снова звучать наши песни. Сеньориты, сеньоры, дорогие господа, бросьте залы и конторы, выходите все сюда. Бросьте залы и конторы, выходите все сюда. Спросила я смущенно, кто назвал вам имя Чана? Мне отвечали, дал нам имя твой любимый Чана. Если сердце любит, ждать девчонка будет, кто любви достоин, может быть спокоен. Тем, кто любит, слов не надо, а довольно только взгляда. Одолеет все преграды, кто умеет всем сердцем любить.